Доброе утро. Шавуатов, хорошей недели, бокертов. Мы начинаем новую главу Торы. Она называется Мецара. И речь идет о человеке, который исцелился от проказы. Коэн выйдет за стан, осмотрит очищаемого, и написано, возьмет двух птиц, и кедрового дерева, и соп, живую воду возьмет, вода родниковая. И он зарежет одну птицу над живой водой это, и одну птицу, а вторую возьмет живой птицу и привяжет к ней кедровое полено, и соп, травку, и все это нитью из червленицы. И обмакнет живую птицу в эту воду, над которой зарезали другого голубя, и отпустит ее в поле. Вот теперь после этого очищаемый может войти в стан. Он омоется, тело все свое, побреет все тело. И 7 дней он уже пробудет вне своего дома, в дом еще не может войти. Прошло 7 дней. Он опять обривает все свое тело, буквально все волосы на теле и даже брови все сбривает. То есть происходит то, что происходит, когда посвящают левитов на службу. Вот такая невероятная идет работа с ним. И после этого он еще приносит 2 барана и козла. И первого барана нужно отдать в жертву повинную. И так же, как для жертвы грехочистительной, один закон пишется, но мы читали с вами, что это не совсем похоже все. То есть смысл этого такой, закон один, но приносится она по-разному. То есть этой кровью не обмазывают углы жертвенника, а окропляют жертвенник. И оставшуюся кровь выливают на основание жертвенника. Жировые части все сжигаются, обе почки, жир, который на них, который над тазом, который над печенью. В общем, если это баран, еще и курдюк сжигается. Вот. И остальное коины обязаны есть. Мало того, чтобы если это была грехочительная жертва, то отделили грудобрюшную преграду от печени и сожгли бы. А здесь, если это жертва повинная, берется грудобрюшная преграда с частью печени. То есть есть разница. После этого берут кровь этого барана и обмазывают ею мочку правого уха, очищаемого, и большой палец правой руки, и большой палец правой ноги. Вот. После этого берет коин масло, и он мажет также этим маслом мочку правого уха очищаемого поверх крови, и также большой палец правой руки, большой палец правой ноги. И после этого он приносит во всесожжение одного барана, как обычно. И жертву грехочистительную приносит он козла. И этого козла также коины обязаны есть. Вот так вот. И после этого он уже может войти в свой дом и жить там. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков Бен-Нахум, моего дяди Владимир Бен-Григорий, моего брата Павел Бен-Ефим, Хая Малка Бат-Йосиф, Мира Бат-Авраам, Роза Бат-Михаэль, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, за здоровье Светлана Бат-Клара, Гитл Бат-Мирьям, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перва Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ита, Исхак Шмон Бен-Вейла-Мотл, Фира Бат-Анна, Гитл Бат-Мирьям, за хороший дух Арона Рия Бен-Двойра, Денис Бен-Ахум, Авигаль Бат-Сара. Всем всего самого наилучшего. Пусть закончится страшная война. Ставьте лайки, запишитесь.
подпишитесь на мой канал. Всем всего самого лучшего. До следующих встреч.